Добро пожаловать на просмотр нового видео. И сегодня будет реальная жизнь в Motor Depot. Вы давно просили у меня реальную жизнь в Motor Depot снять. Я ее уже снимал. Вам эти серии очень нравятся. Они набирают много лайков и просмотров. То есть вам они нравятся. Вы просите их снимать, я и снимаю. Итак, начинаю историю. Сейчас я стою вот на таком ЗИЛе 133 ГЯ. Щуком грузовом, и загружен я деталями, еду из Лаптар в город Серпов, сейчас я стою в деревне Пертуры, вот эта вот ферма на заказ, в нашей фирме взяла запчасть для этой цистерны, которая просто так сейчас нигде не купишь, потому что эта цистерна очень старая, и только на заказ деталь делать, и они, естественно, дорогие, вот я к ним сейчас завез. Как раз по пути деталь выгрузили, сейчас начнут доделывать, вот она выгнута на улицу, такая старая цистерна. Так, ну а мы сейчас поедем в Серпов, везем детали в магазин запчастей. Так, все, садимся, давайте включу акселерометр для удобности управления. Так, двигатель я не глушил, чтобы не замерз. Так, идет снег у нас сейчас. Времени 10 часов. Так, там никого нет. Выезжаем. Ехать нам не так уж и далеко. Вот деревня Пертура, а нам вниз. Поедем через деревню Краснобор. Эти деревни находятся близко к Серпову, как вы знаете. Так, все, едем на такой щуке. В ней очень холодно, насколько помню. В таких зилках 133 ГЯ нету подогрева. Если не ошибаюсь, то пишите в комментариях, есть ли или нет. Потому что я точно не могу знать. Ну, вот такой снежок идет. Дороги более-менее прочищены, машин нет. Спокойно едем на 60 км в час. Заправляться не надо. Все спокойно. Так. Кстати, всем спасибо за 1500 подписчиков. Уже даже 1500. 30 чем-то, если не ошибаюсь. Вот, и это все благодаря нам. Я снимаю для вас крутые видосики. Вы их смотрите и ставите лайки. Давайте под этим видосом также наберем кучу лайков и просмотров. Это очень мотивирует на создание новых видосов. Так, и мы подъезжаем к деревне Краснобор. Сейчас вот такой резкий поворот здесь. Вот небольшая деревенька с остановками. Спокойненько едем. Еще ни одну машину по дороге не встретили. Такая езда мне нравится. Только вот жалко, машин нету. Немножко скучновато ехать. Так, сейчас у нас какая-то речка будет, мост. Название реки жалко не пишется. Так, еще один поворот. Сейчас будем выезжать уже на основную дорогу. Будем проезжать мимо поста ДПС. Вот все, уже подъезжаем к Серпову. Я с самого начала не записывал, потому что там очень долго было ехать. И скучно, ничего интересного не было. Так, тут у нас ЖД-переезд, который никак не обозначен. Только разве что знаком. Вот, появляются машины. Так, знак «Уступи дорогу», сейчас их пропустим. Так, слева больше никто не едет. Справа вроде бы тоже. Так, все, выезжаем на основную дорогу. Одна из самых известных дорог в Motor Depot. Ну, вот как раз в рифму получилось. Так, кто не знает, где магазин автозапчастей, он находится напротив администрации города Серпов. Сейчас вы
сами все увидите. Вот все, табличка серпов, мы въезжаем. Так, я что-то разогнался до 90 км в час уже, перед постом ДПС. Так, справа у нас новая заправка Газпром, Молдова. Так, ну, кстати, вот из-за моды зимой, по-моему, немного дороги другие, ну и текстуры деревьев заменены, там было написано, насколько я помню. Так, тут у нас перекресток не очищенный. Это плохо, может произойти авария. Так, и поворачиваем, у нас главная дорога. Тут УАЗик едет. Так, слева машина едет, так мы успеем, все. Выезжаем. Жигули проехала. Так, у нас справа парк идет. И вот сейчас будет администрация, вот видно уже его. Даже елка еще стоит. Не разнарядили ее. Уже февраль, а елка все еще стоит. Вот слева у нас сейчас будет гастроном, Почта России, хостовары и магазин автозапчастей. Нам нужно будет сейчас перестроиться. Я, конечно, сейчас немного не по правилам сделаю, потому что я из правой полосы буду разворачиваться. Это нельзя. Так, давайте. Никого нету. Просто зеркала здесь не рабочие, по-другому посмотреть не смогу. И поворачиваем. В реальном мире так, конечно, не делайте. Потому что здесь будет очень сложно развернуться в мотор-депот. Вот, и все. Мы приехали. Давайте заезжаем. Тут тротуар, включаем аварийки. Сейчас развернемся. Как-нибудь. Давайте я сделаю вот такой вот вид. Потому что зеркал нету, ориентироваться вообще очень сложно. Так вот прям перед окнами здесь поворачиваем. Щука не совсем поворотливая. И встаем вот здесь. Сейчас нас будут разгружать. Так, ставимся на ручник, двигатель выключать не буду. Вот, все, выходим. Такой вот у нас зилок, весь в снегу. Вот этот вот магазин автозапчастей, его здесь триггер такой желтый для покупки. Но нам покупать ничего не надо. Вот такая вот сегодня получилась РПшка небольшая. Думаю, она вам понравится. Такие РПшки небольшие, спокойные, обычные, но интересные. Хочу сказать всем спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца. Если ты досмотрел это видео до конца, то обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал, если не подписано, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно ставь колокольчик и никогда не будешь их пропускать. И всем пока!